американские военные провели очередное испытание истребителя пятого поколения F-35B на народе Афганистана. F-35B нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке, сообщает CNN со ссылкой на три источника в Министерстве обороны Соединенных Штатов. По информации телеканала, американская авиация в Афганистане атаковала цели движения «Талибан» в последние 24 часа. Данная модификация F-35B разработана для Корпуса морской пехоты США и приспособлена для взлета и посадки на десантные суда класса «Эссекс». Эксперты отмечают, что за последние 30 лет афганский народ стал реальным человеческим полигоном, где каждая страна, начиная с Советского Союза и заканчивая западными странами, проводит эксперименты своего оружия на афганском народе. Напомним, что в 2017 году Америка сбросила самую крупную бомбу в истории человечества под названием «Мать всех бомб», вес которой достигал 8400 килограммов.